Всем привет, друзья! А перед просмотром хочу посоветовать вам новую, пятую аудиокнигу Артема Мичурина «Прежде чем умереть» из цикла «Еда и патроны», которую читает Сергей Дедок, и она уже доступна на канале «Творческая группа Сам Издат». Переходите по ссылкам в описании под этим роликом, оценивайте аудиокнигу, ну и по традиции передавайте привет от СМС. Мать Сергея умерла рано, ему и пяти не было. В одно мгновение жизнь парня превратилась из цветного мира в липкую черную жижу. Она растянулась на дни, месяцы, медленно втекала в детские мозги и липла к маленькому сердцу. Все чувства были замазаны этой черной дрянью. Жизнь продолжалась, словно ее кто-то подтолкнул, и она покатилась дальше без остановок и мамы. Потому что теперь все по-взрослому и надо жить дальше. А зачем? Никто не объяснил. При матери жизнь Сережи вовсе не была золотой и похожей на сказку. У них была рабочая семья, жили скромно и честно. К этому приучали и сына. Было счастливое время, потому что просто жила она. Сережа часто просил ее присниться, хотел еще раз увидеть, как она улыбается, хотел еще раз почувствовать ее руки. Но мать не приходила. Наверное, не хотела тревожить сына. Отец продержался недолго, начал пить. После каждого гудежа Сергей убегал к себе в комнату, закрывался и плакал. Понимал, что это не по-мужски, но ничего не мог с собой поделать из-за страха. Он не боялся отца, отец никогда не тронул его и пальцем. Страшно было видеть, как из умного, уважаемого человека отец превращается в животноподобное существо. Утром после ночных попоек он старался не встречаться с сыном взглядами, но даже уговоры друзей и коллег задуматься о своей жизни не помогли. Однажды часто приезжавшая к ним тетя Наташа, сестра матери, пригрозила, что заберет Сережу с собой, не позволив расти ребенку с пьяницей. Отец бросил пить, но тогда мужика остановила вовсе не эта угроза. После теткиных слов Сережа тихо пробрался в комнату к отцу ночью, чтобы не разбудить его, парень тихо шепнул: «Я никуда не поеду, я тебя не брошу, понял?» Потом также тихо вышел. Отец не спал. Через минуту из его закрытых глаз потекли слезы. Он плакал, как ребенок, понимал, что это не по-мужски, но ничего не мог с собой поделать. Главное, чтобы после мужских слез были мужские поступки. И отец справился с бедой, взяв себя в руки. Жизнь сразу стала спокойнее, но эта черная жижа все равно не отлипала. Так прошло 2 года. Однажды Сергей увидел, как отец куда-то старательно собирается, гладко бреется, аккуратно причесывается, душится одеколоном. Это повторялось несколько раз. Отец стал следить за собой, в его глазах появился слабый блеск. Похоже, он понемногу оживал. Но у сына вместо радости внутри появилась необъяснимая тревога. И вот, наконец… «Сережа, ты уже взрослый, останешься сегодня ночью один?» Тревога Сергея сразу переросла в щемящую тоску. За все время его недолгой жизни отец ни разу не ночевал вне дома, ни при маме, ни после того, как ее не стало. А вскоре в их доме появилась она. Красивая, броская, темноволосая и кореглазая. Женщина стояла на пороге, держа за руку синеглазую девочку. Милашка крепко прижимала к себе игрушечного зайца. По возрасту она была немного младше Сережи. «Познакомься, это Валентина и Лукерья», – отец указал на девочку. «Они будут жить с нами». «Лукерья? Что за имя такое дурацкое?» – усмехнулся про себя мальчишка. Девчушка словно почувствовала насмешку и сжалась. Вскоре дом зашевелился, закрутился, завертелся, наполнился смехом, вкусными запахами обедов и пышных пирогов. В руках у Валентины все горело. Придя с работы домой, она через 15 минут звала всех ужинать, не отдыхала, тут же могла замесить пироги.
Дочка была полной противоположностью матери, тихая, спокойная, светловолосенькая, с огромными синими глазами. Она всегда старалась помочь матери по хозяйству, хоть в силу возраста у нее это получалось и не очень умело. Мать уже поставит целый противень пирогов, а малышка слепит только один, не потому что очень медленно, а потому что очень аккуратно. Каждый пирожок лепила, будто он живой, и поговорит с ним, и погладит. «Дуреха какая!» – косился Сергей. «Вот глупая!» «Повезло мужику!» – судачили соседки. «И красавица, и хозяйственная, а дочка так вообще ангелочек!» Иначе как Луша, нет, Лушенька, Лукерью не называли. Все очень полюбили девочку, даже дворовые собаки. Когда Лушенька выходила из дома, начинали вилять хвостами. «Мать с дочкой, а такие разные!» – удивлялись бабушки на лавочках. «К Лушеньке собаки со всех дворов сбегаются, а как Валентина мимо них пройдет, так к земле припадают и хвосты поджимают, даже собаки ее боятся. Вот какой боевой характер у Валентины!» «Так вот куда еда пропадает!» – заметив в руке Луши остывшую котлету. «Ты зачем собак кормишь?» «Мамочка, они же голодные!» Валентина рассмеялась еще громче и поцеловала дочку. «Ну раз так, пойдем кормить твоих друзей!» Из рук Валентины пес ничего не взял и медленно попятился назад. Странно, не рычал, не лаял, а просто попятился, как пришибленный, и притих, удивился Сергей. Он так и не смог полюбить свою новую семью. Девчонка его раздражала, а Валентина… Она… Он сам не понимал, почему женщина, которая для него старалась, которая делила между ним и своим ребенком все поровну, ни в чем не ущемляла пасынка, его настораживала. И эта настороженность была вовсе не следствием его ревности к отцу или обидой за мать. В свои 8 лет он действительно сильно повзрослел и многое понимал. Но сейчас ему часто стал сниться один и тот же страшный сон. Сергей стоит в полутемной комнате и никак не может понять, откуда идет свет, а откуда тьма. В помещении много зеркал и окон, но в зеркалах ничего не отражается, а за окнами все та же темнота. Комната полупуста, вернее, она пуста, но парень чувствует, что в комнате есть кто-то еще, и этот кто-то наблюдает за ним. Сергей бегает по комнате и не может вспомнить, зачем сюда пришел. Все ближе подкатывает тревога, еще чуть-чуть, и ее сменит настоящий страх, а потом страх сменит настоящий ужас. Сергей это чувствует, чувствует сейчас, вот сейчас, что-то будет, вот сейчас. Сейчас еще немного и что-то случится. Вдруг у стены парень замечает силуэт. Он не шевелится и похож на какую-то вытянутую черную тень. А вот теперь это уже не тень, а реальный человек. Сережа никак не может разглядеть его лицо. Человек все время покачивает головой. Чтобы заглянуть незнакомцу в лицо, надо подойти поближе. Но Сергей медлит, его держит все тот же страх. Обыкновенный животный страх. Человек уже начинает качать головой угрожающе. «Трус!» – бросает себе как вызов парень. «Отец ни за что бы не испугался!» Он набирает воздух и идет вперед на черного человека, но тот успевает отвернуть и опять спрятать лицо. Сергей осторожно приближается. «Не прячь лицо!» – кричит он ему. Сейчас, вот сейчас он увидит его, вот сейчас он узнает, кто это. Парень не успевает дойти до цели, сон заканчивается. Сергей просыпается в холодном поту. Из-за своей трусости он не успевает понять, кто желает ему зла, кто его так пугает, кто его враг. Разозлясь на себя, парень начинает собираться в школу. «Ничего, вот уж в следующий раз я обязательно узнаю, кто это, не спрошу». Это обещание Сергей дает себе уже в 10-й раз, но из-за страха во сне ему каждый раз не хватает доли секунды. Проснувшаяся Лушенька по сложившейся традиции бежит к Сергею. «Блатик, Сереза, вставай!»
О, а вот и сестренка плесла. С раздражением дразнит ее Сергей, но тихо, чтобы не услышала Валентина. Ему не хочется ее обижать. «Луша, не мешай!» – ругается мать. Через 5 минут она заходит в комнату. «Скорее завтракать!» Луша не отходит от Сергея ни на шаг, все старается делать как он. Даже пельмени теперь ест не со сметаной, как раньше, а с горчицей, как Сережа. Морщится, но ест. Его это только бесит. Каждый раз, когда Блатик ходит на улицу, сестренка бежит за ним со своим любимым зайчишкой и просится в игру. «Иди с девчонками играй», – злится Сергей. «Они тебя звали, а я с пацанами». «И я с подцапа…» – не может выговорить Лушенька и хитрит. «И я с ребятами». «А ну иди домой, достала!» – не выдерживает брат. Лушенька прячет лицо, чтобы не было видно слез, и убегает. Часто, идя из школы домой, парень останавливался рядом со старушкой-нищенкой, давал ей монетку и слушал, как она поет. Красивые народные песни лились протяжно и жалостливо. Мама пела их по-другому, с задоринкой, в которой всегда была радость. Но Сергей все равно стоял и слушал, потому что это напоминало ему о веселых праздниках, когда все были вместе. Внезапно, резко прервав песню, старуха схватила парня за руку и прошептала: «Берегись, он уже близко, черный человек идет за тобой». Потом также резко выпустила его руку и, как ни в чем не бывало, продолжила петь. Сергей стоял в оцепенении, потом в ужасе отскочил. Он бежал домой, не разбирая дороги, влетел в квартиру и мигом закрыл за собой дверь. В голове гудело. Тут же за ручку входной двери со стороны лестничной клетки кто-то нажал. Парень отлетел от двери и прилип к стене. По ручке с той стороны стали колотить быстрее. Казалось, что кто-то хочет вырвать ее с корнем и во что бы это ни стало попасть в квартиру. Парень зажмурился, через минуту все стихло. Но Сергей не услышал шума уходящих шагов и поэтому не шевелился. Мальчишка понял, что с той стороны тоже притаились и выжидают. Как спасение, с верхнего этажа послышались голоса спускающихся на первый этаж соседей. Шаги стали удаляться. Сергей без сил спустился по стене на пол и вытер пот со лба. Потихоньку все в жизни стало успокаиваться, и Сергей забыл о странном случае. Страшные сны его больше не беспокоили, а самое примечательное то, что в семье Сергея стали происходить приятные перемены. Они стали жить богаче, больше не считали деньги, перестали на всем экономить. Удача посыпалась на их дом, как из рога изобилия. Отца повысили на работе, предложив приличный оклад. Очень приличный оклад. И это в такое-то время. Купили машину, Сереге новый велосипед и модный фотоаппарат. Валентина меняла один наряд за другим, а Лушенька утопала в новых игрушках. Но спать без своего старенького зайчишки все равно не ложилась. Вот только Сергей стал чувствовать себя плоховато. Слабость, недомогание. Иногда даже приходилось пропускать школу. Валентина бегала с ним по врачам, за лечение предлагала хорошие деньги, но ничего не помогало. Врачи не могли найти причину такого резкого ухудшения здоровья. Радость мальчишки доставляла только новое увлечение – фотографии. У него они действительно очень хорошо получались. В обыкновенных предметах и явлениях Сергей мог увидеть что-то необычное, а главное – мог передать это в фотографиях не хуже художников. «Ну вот», – радовалась Валентина, что угодили с подарком. «После школы пойдешь учиться на настоящего фотографа». «Нет, почему?» – удивлялась женщина. «Тебе же это нравится. Сначала в армию», – так учил его отец. Однажды Луша полезла за своим зайчишкой и случайно уронила аппарат. Вбежавший Сергей хотел наброситься на девочку с кулаками, но потом схватил зайца, стал пинать его ногами и оторвал лапу. Луша застыла и не могла даже плакать. Потом быстро подобрала игрушку и выбежала из комнаты. «Ну все, ябедничать побежала».
Быстро промелькнуло в голове парня. Он не жалел о том, что сделал. Ему вовсе не было жаль ни зайца, ни Лушу. В последнее время она его выводила из себя больше обычного. Просто ему было стыдно перед отцом. Он долго злился на эту сестренку. В раздражении свернулся калачиком и провалился в сон. Ему приснилась очень светлая комната. От этого света просто некуда было деться, но он и не хотел от него прятаться. Сережа шел по огромной комнате и улыбался, подставлял лицо этому белому сиянию, щурился от ласкового тепла и никак не мог понять, откуда идет это волшебное светлое мерцание. То ли от солнца, то ли еще от какого-то неведомого человеческому глазу источника. Он бродил по комнате и не хотел из нее выходить. Такого спокойного, радостного чувства на душе у него не было уже очень давно. Вдруг в центре комнаты он увидел человека в ослепительно белых одеждах. Человек не прятал лица, а медленно подняв его, ласково посмотрел на парня. Сережа пристально взглянул в лицо человека и от восхищенного восторга не мог проглотить воздух. Ему казалось, что весь сказочный свет огромной комнаты вошел в него, в его сердце. «Мама!» – закричал мальчишка и бросился к ней. Он уткнулся в теплые руки, начал целовать их, потом ее глаза, волосы, щеки. Затем уткнулся в белые одежды и заплакал. Мать тихо гладила его по голове, потом заглянула в глаза, прижалась губами и вполголоса промолвила: «Пора, уходи». «Нет, нет, мамочка, я останусь с тобой!» – заорал парень. Мать отрицательно покачала головой. «Нет, сынок, живи!» «Тогда пойдем со мной!» Мать улыбнулась. «У меня здесь много дел». Она откуда-то достала Лушиного зайчишку и стала пришивать ему лапу. Мама аккуратно выводила стежок за стежком, и это успокоило сына. Сладость подступила к глазам, Сережа склонил голову на материнские колени и тут же уснул. Наутро к нему, как обычно, вбежала Луша и, смеясь, протянула зайчишку. «Сережа, смотри, я проснулась, а он совсем здоровый, у него больше ничего не болит». Зайчишка был цел и невредим. Почему-то это чудо вовсе не удивило Сергея, и он знал почему. Но его поразило, что маленькая девочка, потеряв то, чем она так дорожила, не побежала жаловаться. Брат в первый раз улыбнулся сестре в ответ. С этого дня Сережа стал примечать Лушеньку. Чинил игрушки, больше не кричал, не грубил, даже часто оставался в няньках. Забавная девчушка оказалась. Потихоньку он стал привязываться к ней. Шли дни, Сергею становилось хуже. Вчера к ним приехала тетя Наташа навестить племянника. Каждый раз Наталья вежливо и с интересом общалась с Валентиной. Было понятно, что она одобрила выбор отца. Но вчера парень сразу почувствовал настрой тетки, только никак не мог понять причины такой резкой перемены в ее отношениях к мачехе. Женщины о чем-то долго беседовали, закрывшись в комнате. Вечером тетка собралась уезжать. «Что ж ты, Наталья, и чаю даже не попьешь?» Вместо ответа Наталья строго сказала: «Я тебя предупредила». Хотела уже выйти за дверь, как вдруг Валентина спохватилась. «Подожди, у меня же для тебя подарок есть». Побежала в комнату и вынесла из нее ярко-алый шарф. Наталью словно загипнотизировало это яркое пятно. Она изменилась в лице и, довольная, с горящими глазами, повязала шарф себе на шею. «Нравится?» – присев, спросила она у сидящей рядом Лушеньки. Девчушка хотела пощупать мягкую ткань, но тут же, как от огня, отдернула руку и замотала головой. «Носи на здоровье!» – залепетала Валентина, быстро уводя Лушу в комнату. В этот момент Сергею показалось в покачивании головы Валентины что-то знакомое, но он не придал этому значения. На утро родственники сообщили, что Наталья так и не доехала до дома. Ее алый шарф попал между створок автобуса, затянулся тугой петлей на шее и, протащив несколько метров, удавил. От этой новости отец ошалело посмотрел на Валентину, потом на сына. «Не может быть, не может быть!» – целый вечер повторял он.
Сын почувствовал, что отца так потрясла не только смерть тетки, а что-то еще. Он повторял эти слова так, будто для него рухнул мир, и смотрел при этом на Валентину. Отец опять стал молчаливым и замкнутым. Вскоре Сергею снова стало хуже. Парень уже начал бояться, что врачи не разрешат ему идти в армию, если не из-за физического здоровья, так и из-за психологического точно. Его сны стал опять посещать черный человек, но Сереже так и не удалось посмотреть ему в лицо. Жизнь стремительно катилась под откос. Однажды во сне незнакомец опять пытался попасть в дом. Стучался, выл, хотел разглядеть через окно спрятавшегося мальчишку. Не найдя, злился и знакомо качал головой. Сергей, собрав силы, вышел из укрытия и направился к нему. Черный человек повернулся, но его лицо все равно невозможно было разглядеть. Увидев свою жертву, он громко расхохотался и потянул к парню костлявые руки. Руки сомкнулись на горле, превратились в алый шарф. Сергей почувствовал, что через несколько секунд он останется без воздуха совсем. Схватил костлявую руку и впился в нее зубами. Человек опять завыл. В глазах парня стало темнеть, но сквозь оставшуюся полоску света было видно, как чьи-то маленькие беленькие ручки схватили шарф, не давая ему сомкнуться на горле совсем. Сергей проснулся, за плечо пухленькими ручонками его теребила Лушенька. Парень отдышался и посмотрел на сестренку. «Так это ты меня спасла и из сна вытащила? Ты плакал во сне, мне стало тебя жалко. Кажется, я больше никогда не захочу спать». В комнату вошел отец и посмотрел на изможденного сына. Мальчишка понял, что отец что-то твердо для себя решил. В тот день он пришел с работы рано, сын был в школе, Луша в саду, жена на работе. Но отец еле слышно прошел квартиру, словно боясь кого-то спугнуть. Он хорошо знал, кого сейчас встретит, просто ему обязательно нужно было убедиться самому, своими глазами увидеть страшную правду. Из комнаты Сергея с зажженной свечой и горстью черной земли в руках вышла Валентина. Увидев мужа, от неожиданности опешила. «Почему ты сегодня так рано?» «А ты?» – спокойно переадресовал вопрос отец. Валентина глупо улыбнулась и не нашла, что ответить. Она пыталась спрятать то, что несла в руках. В выходной день отец Валентины собирался поехать за город. «Ты хочешь оставить детей дома?» «Да», – угрюмо ответил отец. «Мы давно не были вместе. Сынок, сфотографируй нас на память». «На память?» – удивилась жена. «Ты словно не собираешься возвращаться». Уезжая, отец поцеловал Лушу, крепко обнял Сергея. «Прости, сынок, ты все потом поймешь». «Что пойму? Когда потом?» Отец тихо закрыл за собой и Валентиной дверь. Они больше не вернулись в дом. Авария. Машина на полной скорости вылетела с моста в реку. По словам очевидцев, псих-водитель слишком резко крутанул руль, словно специально пытаясь угробить себя и жену. Перед этим стоявший рядом с ним в пробке шофер грузовика слышал через открытое окно машины какой-то непонятный разговор. «Валентина, а ведь перед тем, как приехать к нам в последний раз, Наталья мне позвонила и рассказала о своих догадках по поводу болезни Сережи. Потом она еще к какой-то бабке ходила. Так вот, та ей все по полочкам разложила и сказала, кто моему сыну зла желает. Только я, дурак, бля, Наталью слушать не стал». «Не понимаю, о чем ты?» «А ведь ты не успокоишься, пока из него до последней капли жизни не высосешь». «Почему это?» «Потому что ты ведьма!» После этих слов женщина захохотала так, что у шофера грузовика, здорового мужика, пошли по спине мурашки. Сергей ничего не мог понять, вернее просто, как и отец, не мог поверить. Ему до одури захотелось в этот момент опять увидеть отца, чтобы тот поддержал его, все объяснил. Молнией в голове мелькнула мысль. Последняя фотография, на ней же отец, вот возможность еще раз посмотреть на него и хоть как-то убить горе.
Парень занялся привычным делом и вскоре, взяв в руки готовое фото, остолбенел. На фотографии на руке Валентины четко был виден укус от зубов. Отец же на фотографии улыбался, хотя Сергей хорошо помнил тоску в его глазах во время съемки. Сейчас он словно подмигивал и говорил: «Живи, живи, сынок». После тети Наташи близких родственников у Сергея не осталось, и после похорон сирот забрала к себе бабушка Луша. Хорошая, добрая женщина, она была похожа на его маму, почему Валентина никогда о ней не рассказывала. Жили тихо и дружно. Пролетели годы, здоровье Сергея шло на поправку, он занимался спортом, выбрал бокс или какую-то там борьбу, неважно, в армии все пригодится. Продолжал любимое дело, наращивая мастерство фотографии. С учебой все ладилось. Лушенька хорошела на глазах, не захочешь, да засмотришься. «Ой, гляди, парень за сестрой, ой, гляди!» «Что ты, бабушка, за ним самим пригляд нужен!» — смеялась Луша. — Вон сколько за ним девчонок вьется. Сестра была права, они просто не давали парню прохода, но всегда затихали, когда рядом с Сергеем шла Луша, младшая, а старшим 100 очков вперед даст. — Только не улыбайся, спрячь глаза, — всегда шутил Сергей, когда они проходили мимо его друзей. — Пожалей пацанов, даже меня от твоей улыбки клинит. На последней фразе Луша всегда замирала, но понимала, что это всего лишь шутка, пыталась подавить в себе давно бушующее чувство. «Эх, братик, братик, все бы хорошо, да только бабушка не вечная, она часто стала повторять: «Ой, дотянуть бы мне до твоих 18 годиков, Сереженька». Парень понимал почему, тогда он будет совершеннолетним, а значит ни он, ни Луша не пойдут в детский дом. Что они без нее со всеми житейскими проблемами справятся, бабушка не сомневалась. «Уж я постараюсь, дотяну». Бабушка сдержала обещание. Опять черная липкая жижа в душе. Наступит ли такое время, когда дорогие твоему сердцу люди будут жить вечно? Сергей оформил опеку над Лушей, с армией на время пришлось попрощаться. Наступили 90-е. Парень много работал, не гнушался никакой подработкой. Луша окончила школу и поступила в медицинский. В том, что она выдержит экзамены в сложнейший вуз, никто не сомневался. Очень способная девочка. А лечить людей она с детства хотела и умела. Девушка вела хозяйство, помогала брату, чем могла. В последнее время Сергей стал приходить домой очень поздно, в ссадинах и с разбитым лицом. На расспросы не отвечал, стал агрессивным, только давал сестре обрабатывать раны. У девчонки это классно получалось. Казалось, от одного прикосновения ее рук боль сразу затихала. Но самое страшное, что Сергей стал кричать по ночам. К нему в сны опять врывался черный человек. Луша прибегала в комнату брата, будила, потом обхватывала ладонями его лицо, долго терла виски. Парень успокаивался, брал ее руку в свою и говорил: «Понимаешь, я опять не вижу его лица». А про себя думал: «Не может же Валентина через сколько лет меня с того света доставать? Но кто же это тогда? Кто?» Он крепче сжимал девичью руку и начинал медленно поднимать отрещенные глаза. У девчонки снова замирало сердце. Вот сейчас, сейчас их глаза встретятся, сейчас, еще немного, их взгляды соприкоснутся, сейчас. Но тут Луша всегда резко обрывала свои мечты. А что потом? Да ничего. Это только сейчас тихая звездная ночь, я в легкой кружевной сорочке и он со своей болью. А утром останутся только мой стыд и его виноватый взгляд. Дорого ты заплатишь за эту ночь, братик. Прикуешься ко мне цепями из-за надуманной вины, и потом всю жизнь будешь мучать нас обоих. Нет, не хочу. Без твоей любви не хочу. Она каждый раз успевала перехватить мужской взгляд и глубоко заглянуть в глаза Сергея. Напускала в него дрему. Парень спокойно засыпал. Вскоре их жизнь изменилась, в доме часто стали появляться большие деньги. Луша искоса смотрела на Сергея, задавать вопросы было бесполезно. Она и сама догадывалась, откуда фортуна черпала для них это богатство. «Сереж,
Ты же помнишь, что когда-то давно в нашей жизни такие деньги уже были? Лукерья! Он всегда называл так сестру, когда злился. Только не зуди, что за все в этой жизни надо платить. Хуже не платить, а расплачиваться, поправила Луша. Бои без правил, рекет, забитые стрелки. Что еще есть в твоем списке источников дохода? В последнее время Сергей перестал думать об армии. Луша была права, стрельбы и приключений в его жизни хватало с лихвой. Только теперь цели у таких мужских поступков были другие. Парень был доволен собой, считал, что давно проверил себя на прочность и выживаемость. Гордился бы им отец, конечно, но только как-то все более неуверенно сын отвечал на этот вопрос. Через какое-то время Сергей стал смотреть на жизнь свысока, с Олимпа, куда взобрался потом и кровью своей и чужой. Его боялись и уважали. Ответом успеху на криминальном поприще было материальное благополучие. Огромный дом, машины, счета. Луша не хотела переезжать с Сергеем в новый дом, но он не потерпел отказа. Одевал ее как королеву, сдувал пылинки, убил бы любого, кто ее обидел или грубо дотронется, мог исполнить любой каприз. Вот только сестра была не из капризных. По дому все делала сама, не любила чужих рук в хозяйстве. Накрыв на стол, садилась в уголок и смотрела, как Сергей ест. Объясняла, что издалека лучше видны все мелочи и детали, а подарки брата носила только, чтобы его не обидеть. Девушка очень дорожила таким отношением родного человека, но хотелось совсем другого. Виделись редко, Луша и училась, и практиковала. В отличие от брата, она не предала свою детскую мечту. «Послушай, зануда, в моей жизни все отлично, можно даже сказать, что я счастлив». «Так это от большого счастья ты постоянно кричишь по ночам?» После ее слов парень резко отпрянул к стене и свесил голову. «Сереженька!» – бросилась к нему Луша. «Прости, прости, все будет хорошо, ты обязательно справишься со своими снами!» Руки обняли его плечи, голова прижалась к груди. В ответ парень непроизвольно прижал девушку к себе, горячие губы жадно уткнулись в ее волосы. Луша попыталась мягко отстраниться, но сильные руки не пустили, уже осознанно. «Не надо бы мне было», – простонала где-то рядом с ее сердцем. Луша посмотрела парню в глаза и тихо прошептала. «Сереж, я уезжаю». Парень застыл, почувствовал неладное. «Вернешься? Не знаю. Почему?» Сергей выжидающе смотрел на Лушу. «Потому что там стреляют». Между двумя повисла пауза, ее разорвал ор Сергея. «Гликерья, с ума сошла? Ты что надумала?» «Сережа, ты не знаешь, я давно хотела, я должна, я бы все равно после института туда поехала». «Никуда ты не поедешь, не пущу. Я знаю, что ты отличный врач, но там и без тебя врачей хватает. Из дома не выйдешь, запру!» Брат потащил разревевшуюся сестру по лестнице в комнату. Ни замки, ни охрана, никто и ничего не помогло. Она уехала. «Ну, вот и все». Сергей сидел над выпитой бутылкой, обняв руками голову. От выпитого сон одолел его прямо за столом. Тревожные, беспокойные мысли из реальности переметнулись в сонное забытие. Оказывается, как много значила для него эта девчонка. Упрямая, уехала и забрала с собой крохи света и радости в его жизни. Ничего не оставила, жадина. Сергей истошно засмеялся во сне. Как она там, сумасшедшая? Но сердце даже во сне предательски отстукивало другое. Родная, родная, родная. Парень разозлился. «Поеду и силой заберу ее оттуда». «А если не поедешь?» – прошипел кто-то в углу. Сергей пригляделся и увидел черную тень. Его мучитель опять стоял, пряча лицо. «Значит, силы, хоть за волосы, но выволоку оттуда!» – крикнул парень в ответ. «А если не поможет? Ты же ее знаешь!» Протяжно, сладко нараспев, шептала тень, напуская морок и все ближе притягивая к шее жертвы руки. «Значит, украду! Не прячь лицо, умник!» Сергей сбросил с себя дурман, кинулся на незнакомца, схватил его за плечо, резко повернул к себе и крикнул. «Хватит, я хочу посмотреть тебе в лицо!»
Посмотрел? Хохоча скалил зубы собеседник. Сергей окаменел. Он видел свое лицо. Перед ним стоял никто иной, как он сам. Понимаю твое промедление, снисходительно продолжил двойник. Ты в шоке. Еще бы узнать, что в последнее время ты мучил себя сам. Легко все списывать на монстров и ведьм. Сергей стал наращивать круги по комнате, пытаясь успокоиться. Ну что же ты, полезно посмотреть в лицо себе самому. Но ты прав, это сложно, неудобно и невыгодно. Сергей опустил голову. Не прячь лицо, Сергей! Смеялось его черное отражение. Кажется, мы с тобой поменялись ролями. Ты же не знал, что заглянуть в лицо себе еще страшнее, чем заглянуть в лицо черному человеку, которого ты так боялся. Ну, что ты там увидел? То, что я сам сломал себе жизнь. То, что я сам оттолкнул от себя самое дорогое. Предал детство и память, ведь это я должен быть там, где пули, а не она. Неужели все-таки поедешь за ней? Издевательски прозвучал вопрос. Нет, поеду к ней, а не за ней. Буду рядом, и ничего не случится. Черный человек говорил еще что-то, философствовал, доказывал, хохотал, опять протягивал свои руки, но никак не мог дотянуться, потому что Сергей уже его не боялся. У него просто больше на это не было времени, на всю эту мистику и ужасы. Парень проснулся и побежал заказывать билеты на ближайший рейс. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро. А если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.